вопрос с социальным поведением. Из них 9 девочек, 6 мальчиков. Гипотеза нашего исследования: подростки с девиациями в поведении в большей мере, чем подростки с просоциальным поведением, склонны проявлять физическую... Как всегда, только проснулась, даже еще начинать снимать влог. Насчет такие цветочки мне подарил муж на день рождения. День рождения у меня было 7 июля 2016 год. Да, исполнилось мне многое, старперша, все, не могу. Ой, значит, ждала другие цветы. Я вообще люблю розы, я хотела маленькие розочки, вот. Принес такие, настроение испортилось. Вот. У меня вазе стоит. Букет такой яркий. Вот. Но я уже к ним привыкла. Сначала расстроилась, конечно. Да, Брюс? Мы тут накапали, я воду поменяла. Брюс! Все, давай, иди. Иди давай. Иди и все. Ну, хорошо, хоть он не сбивает вазу эту с цветами. Вот. Уже привыкла я, уже мне нравятся вот эти вот оранжевые. Напоминают ромашки, я их ромашками называю. Там герберы или что, я не знаю. В общем, муж у меня, первая его работа после, во время института, по-моему, там, он работал в цветочном магазине системным администратором. И он теперь знает все цветы, лучше, чем любая женщина. Я вообще не разбираюсь. Ходит теперь... знает все растения. Так вот, ждала одно, подарили другое, ну ничего страшного, ладно. Расстроилась, у меня характер дурацкий. Сейчас вообще какая-то капризная, черт и че. Вот. Это что касается дня рождения. Вот. Дальше, вчера, блин, да что ж такое. Сейчас я возьму, отнесу сюда. Так, наконец-то я себе приобрела пилку Шоль. Видите, она была в расцветке голубой. И появились потом розовые, вот как мой лак на ногтях. Я увидела вот такую, что появилась с цветочками. Значит, вот эта насадка в наборе была одна, что очень плохо. За 2000 можно и... Вот она упаковка, которую еле с трудом открыли. Можно было разрезать. Вот. Выдернули мы это, в общем, открыли. Значит, насадка, жесткость. Экстра жесткий ролик, вот написано. Вот, специально оставила показать, какая, ну, какая как упаковка, да, выглядит. Ну, вот она. Уже вчера попробовала, понравилось. Не больно так-то. Ничего страшного, что она жесткая. Не жесткие были в этом, в голубом. Голубую я категорически не хотела. Ждала, когда новый дизайн выпустится. Здесь батарейки, 4 штуки. Так-то мы думаем, что надо. Что мне вот это не нравится? Что это такое? Или она прорезиненная? Она, наверное, прорезинена. Сейчас я открою. Такое ощущение, что здесь что-то потекло. Вот видите, пятно. Сейчас посмотрим. Нет, все нормально. Что это такое? В общем, она такая здесь прорезиненная. Вот здесь гладкая, а здесь прорезиненная. Я испугалась. Работает. Вот она. Вот эта штучка крутится. Вот так поворачиваем. И она крутится. Опять вот так поворачиваем, и все. Насадки у нас стоят, на вот такие насадки, 1000 рублей. Вот так она как-то снимается вот здесь. Нажимаем мы. В общем, мне понравился дизайн. Даже больше, чем розовая бы. Дальше. Ну, упаковка упаковкой. Вот это сейчас я выкину все. Понятно. И остается просто пилка Шоль. Вот а так она цепляется, вот, например, что логично. Потом она такая лежит, пылится такая ни о чем. Во-первых, выпустили бы они какой-то... Если они не хотят продавать, понятно, в эту сумму. Сейчас у нас такой мир с таким. Все такие растаки, все надо отдельно продавать. И выпустили бы тогда хотя бы какой-то чехол для нее. Я не знаю,
По-моему, его нету, да, в продаже. Так, в продаже чехла нету. Мне не нравится, что вот так вот будет валяться. Это не дело пылиться. Даже если она в сумму где-то будет в шкафчике, все равно мне это не нравится. Значит, надо что-то ей купить. Купить ей надо какую-то косметичку. Ну, это минимально, да, что-то косметичку. Ну, вот. Кстати, она тяжеленькая. Еще я боюсь, что батарейки не потекли. Предполагаю, что надо будет покупать батарейки эти аккумуляторные, потому что тогда батарейки напасешься, и батарейки здесь свои какие-то фирменные. Вот. Так что надо вот искать на нее косметичку. Можно пойти в Фикс Прайс. На Фикс Прайсе не очень такие интересные, качественные. И, во-первых, они у всех есть, там все одно типажное. Если идти в Кожгалантерею, там уже будет дороже. Ну, в общем, это подарок мне подарил муж на годовщину нашей свадьбы. Она у нас была 3 июля. 3 июля мы год назад расписались. Вот. Год назад расписались, а 7 сентября будет как 3 года, как мы вместе живем. Так. То есть, свекровь вот мне подарила нашим родителям мужа вот этот вот набор. Фарфор, или не помню, польский, что ли, по-моему. Вот. Совершенно кстати, потому что вообще никакой посуды у меня нет. Ну, 6 предметов здесь, 2 салатницы, но я не знаю, какие они маленькие. Больше, наверное, как-то на джем, на варенье блюдца и вот красивые такие нежные. Вот. Это все побилось тоже. Это с Узбекистана блюдца. В общем, большое спасибо. Мне, помню, запрос составляли, как я растаяла в комнате, да, вот в этих шкафах. Никак я не растаяла, потому что нет у меня посуды. Вот в таком пакетике подарили. Да, Брюс? Вот, и слился, тебя не видно. Посуды нет, не хватает. То есть как не хватает? Наживать еще и наживать. Ну что ты туда залез? А? Ой. Вот. Такая она в таких были. Так что рада я. Нравится мне такой персиковый рисунок. Розоватый, да, вот этот нежный. Не знаю, прикольно. Вот это со свадьбы, да, вы их помните. Да, вообще вот у мужа был, это, не знаю, это, по-моему, что китайское, это тоже блюдца такие, они такие шершавенькие. Ну, хороший набор. Вот этот. Ну, я даже им как-то пользуюсь, пока я не собираюсь. А вот для гостей совсем ничего нет, ни тарелок, ничего. Это то, что я покупала, это при вас тоже было. Так что, когда мне пишут, Катя, что тебе выслать, подарить, естественно, я говорю, что ничего мне высылать не надо, это само собой. Вот. Особенно, знаете, не надо высылать то, что вообще не как бы просто так тратить деньги, вообще нет смысла. Там, не знаю, например, вот бальзамы для волос, я ими не пользуюсь, там молочко для тела, я тоже ими не пользуюсь. Вот. Высылайте посуду. Шучу, конечно. Конечно, шучу. Еще конфеты. Вот такая коробка конфет тоже это. Вот она. Я ее в холодильник положила. Чай будем пить. Шоколадная. У меня, как всегда, маникюр супер айсовый. Так, вдохновение. Так что, привет. Огромное им спасибо. В таком кафе. Дела. Веер. Не знаю, вообще смогу я это есть. Это тирамису, да, называется?